Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы начинаем нашу трансляцию мины пены биотрекера в простонародье ГТФО. Вот. С нами товарищ Хикс. Да, я махаю рукой. И, в общем-то, поехали, чё ли? Поехали. Я столько игрушку выберу. Правильно. Так, and if... Ну, вот сейчас я зашел в менюшку GTFO, и они тут рекламируют этот Den of Wolves новый. Я смотрю, что они там, ну, конечно, все красиво делают, но тем не менее, блин, что-то я вообще как-то сыкую покупать их игру новую, когда она выйдет. Это, у меня такое ощущение, что это будет нечто вроде Payday 3. Вряд ли они что-то круче сделают. Ну, не знаю, как бы, Скорее всего. что у них будет. Опять какая-то будет херня. Где-то хорошо, где-то такое себе. Надо выключить свет, максимальное погружение. Да-да-да, поехали. Вот ты справа от меня, а я слева от тебя. Какой? Наверное, да. Фиолетовый. А тут темно, непонятно. А, да, все. Все точно так, как ты говоришь. Ну что ж. Соберите сведения местоположения предмета Хайсек Карго 979. Так я уже все забыл, что в этой игре вообще делать надо. Ищешь ящики. Артефакты собирать. Долго жать букву Е, чтобы подбирать предметы, да? Да. Игра на зажимание. Как там? А, вот так. Все, понял. Средней кнопкой можно, да, О, палки. помечать. Палки, бросалки, отлично. Мощный фонарик. Еще один. Да, мне тоже только предложили. Это, походу, секондарка. Это, походу, толстый намек, да? О, палочки. Ага, уже Ты же взял. любишь палочки? Да ёкарно бывает, чё ж не попасть не могу. Вот попал нормально. Добро пожаловать. Доступный журнал. Это терминалы, что-то такие терминалы, я не помню. А что нам надо найти? Лист Bulkhead. Так, Хайсек Карго 979. Хисек. Я пока тут эти. Что там надо было? Query, да? Ага. Какой балкхед там надо найти или чего? Хисек Карго 979. А. Айсек Карго 979. Да, где он находится? Тут, короче, это первичное задание и вторичное задание, которое мы там нашли. Вот это, собственно. Зона 20. Меня такое ощущение, что где-то мы проходили эту миссию. Что-то у меня какое-то такое ощущение есть. Или нету, непонятно. Блин. Может, как раз таки и проходили. О, амупак и аптечка.
Ладно, пройдем что-то. Верни. Начали уже, чё? Зона 15C. Я не очень помню эту миссию. Может быть, я не играл в нее, а ты играл. Может быть. Так, что у нас тут? Балкхед DC-532. Security door. А, вот еще дверь. А сюда никак не пройти. Эти. Это двери новые. 15B. Пятьсот тридцать два, да. DC-532. А, блин. А, зона 15, да? Зона 15, говорите. А чё? Подожди, чё за фигня? Зона 15, что это у нас? Какие-то тупики сплошные. Зона 15C. Мы сейчас находимся. Может, он где-то здесь лежит? А, так можно, нужно было пингануть, что я туплю. Правильно? Сильно туплю. Давай. Пинг, волк. Это... Есть? Видел? Да, но сюда нужен ключ. Какой ключ? Это вот пингуется терминал, вот этот вот. А, понял. А что за кей нужен? Bulkhead Security Key. Пам-пам-пам. Find ID, зоны непонятно, что там. Это странно, здесь прям все закрыто. Ща найдем. Лист балк. Так. Query балк. И 256. Зона 15. О, можно пингануть. Полк. И 250. Ой, простите. Нашел, видишь? Нашел. Все подобрал. Супер. Надо же, как незаметно лежал. Сейчас еще. А еще один. Это 465. А. О, галюки. И зона 132. А сможешь потом подойти ко мне, если не сложно? Да, я иду. Что Просто мне нужно? интересно, это у меня только такие галюки. Вот здесь посмотри на ту дверь. Ты видишь, что за дверью за той? Я. Там как будто такая Ага, ты туманная подойди хрень. поближе. Да-да-да. Юнити.
Да уж. Ну Так, чё? и что, значит, получается, вставляем bulkhead. Да? Где она там была? Вот сюда. А, не сюда. Где этот терминал был? Там обозначил. Вот он. А, ну тут можно на вторичку пойти. Ну, что-то я даже не знаю. Или на базу, как ты хочешь. Пойдем сначала на базовую, может быть. Или пойдем на вторичку. Ну тут, наверное, вторичку выполняешь, и тогда там можно еще базу выполнить. Ну, давай. Тут еще Умирать так с песней. Мансрятина вылезет в этой миссии. И света выключится. О. Наши любимые. Так, где этот? Так, что-то я... Все как мы любим. Да. Хорошо сработано. Там шумит один. О, за тобой, за тобой ящик. Что тут есть? Артефакт. Артефактум. Еще один артефакт. Че по карте? А, зомби, эти как его боты уже бегают, значит никого нету. Окей. А, тут Понял. жопники. А, все понятно, никого нету. Так, Чина? и ты это походу засекли этих, да? Да, Как они кто? там, сталкеры? Скауты. Скауты. Их вечно сталкерами называют. Внизу еще Я есть. вот вообще не понимаю смысла вот этих аппаратов для взлома. Ведь боты вообще не агрятся, когда ты ошибаешься и у тебя пикает, так сказать. Да, видимо, это какая-то изначально была крутая фишка, придумали, а потом, ну как получилось. Вообще, на самом деле, довольно странная игра, с кучей таких интересных геймдизайнерских задумок, которые по большей части не доведены до конца. Что вот этот стелс странный, сраный.
то не знаю, что там еще можно сказать. Что вот это вот Расплавите. псевдореалистичность такая, знаешь. Ну да. Вот, которые, ну, на самом деле тут, типа, если вы там в тумане бегаете, вы на противогазах, то можно было уже делать там, типа, вы, ну, один противогаз треснул, все, пиздец. Это как бы вариант для сложности, знаешь. Для тех, кто Угу. любит У тебя пожестче. есть место свободное? Тут рефилка есть, что лежит. Рефилка. Для чего? Где ты нашел? Для турелей. Для Вот турели. здесь А вот. знаешь, что у меня тоже есть? Рефилка для турели. Наверное, надо сразу же и под это самое. Так. Все. А, бот забрал. Ах ты, ботяра. Так, ну что, где там у нас? И так. Палки-бросалки я обменял на мину. Так. Так, это нужно. Есть тут режим изоляции. Действует режим изоляции, все правильно. Нам надо его как-то же выключить, по-моему. А, да, вот Так. терминал. Анс. Reroute power. Ты готов? Будет все темно и жарко. У меня большой мощный фонарик. Там может эти самые поставить. А Пеномины они сейчас тут. побегут, думаешь, да? Ну там непонятно. Так, Откуда а они тут, по вообще сути, побегут? выход-то только один есть, поэтому... Да, я бы сказал, наверное, куда-то сюда даже можно поставить. О, мы локер пропустили. О, да тут и аптечка, и этот самый. И я. Амо. Я, наверное, поставлю вот так вот. Так, я поставлю вот так вот. Потому что непонятно, откуда они будут бежать и что-то. Ну, давай я ему пак один заюзаю тогда и возьму второй. Да, бери, если не полно, то бери, что там. Так, окейшки. А, этим же можно тоже сказать, типа, поставьте, ребята. Так, а как им? ZXC V, что-то я уже забыл. Q. А, Q, да. Q, что ты ругаешься? А, или ты ему хотел указать, куда поставить? Я ничего не хотел указывать. А, понял. Там Е надо нажать. Это так. Верните мои палки-бросалки. Да. Нормально? Расставил? И с той стороны еще турель дробовик стоит. Какой? А, стой за дверью, что ли? Угу. Окей. Ладушки. Давай начинаем. Операция, какая операция? Эк, рерут. Поверх. Поехали. А. Ага, у меня есть большой фонарик.
куда они там идут? Оттуда. Я буду как турель ПВО светить. Что-то там моя турель-дробовик стреляет и никак не убьет. А, понятно. Тут босс прибежал. Ну, не знаю насчет босса, но... Вот и все. Посмотри на эту дрянь какая-то, а? Да, вам бы сходить к этому, кто волосы на жопе удаляет. Простите, мой французский. Забираем. Ну и чё? Он открыл там чё? Всё, можно открывать. Я поставил тут немножечко. Вот есть этот уровень тревоги? Я понял. А, понятно. Там, кстати, эти ходят, да? Подожди, вот она к нам идет. Кто там идет? Да, похер. Кто там идет? Волосатая херня. Волосатая головка, да? Сейчас турели не начнут по ней стрелять. Подойдет, наверное. Ой. Может просто всех заагрить и расстрелять? Ну, я так понимаю, да. Ну, оно само уже. И мина моя куда-то. А, бегут неуклюже. Подожди, ты не беги. Сзади пошла жара. Ой, точно. Давай отходим, что ли? Нет, нет, нет. Здесь не отходит. Блин, где моя? Вот, забираю. Давай. Я поставил туда. На вход. Ой, там эти идут. Валерий. Давай. Ну, вроде справились. Я всего 5% здоровья потерял. Да. Ну. Неприятно. Но... И то от своей турели. А я сколько? У меня тоже чуть-чуть потеряно. 83. Так, что у нас тут? Артефакт. Какой-то, блин, компьютер. Commands. Кто-то насрал под столом. Чё? А. Или это кишки? Тут сразу не понять. Вирус такой, непонятно. Подожди, я чё взял? А, это балкхед был? Я какой-то балкхед подобрал. Ну, то есть можно еще раз запихнуть и открыть основную дверь теперь. Только сейчас электричества не будет. Потому что кончилось. Ну, получается, прошли дополнительные, да, миссии? Да, вот эта вот дрянь, которая выбежала. Нам даже и терминал, получается, не нужен. Так, сейчас... В принципе, балкет мы нашли. Ари...
Па-па-пам. Два лога есть. Локс. Так. Один момент. В48. Что-то там. Да. КЗ. Ой, Мамба сервис, что-то там. Короче, средний FPS 100-110 в игре у меня. Ладно, фигня какая-то. Какой-то текст непонятный. Пойдем дальше. Ну, артефакт. Нашел что-то? А, уже 120. Да, артефакт. Ты что там, меряешь этот самый? Да, я просто включил отображение FPS, да. Интересно посмотреть было. Так, У меня, конечно, ладно. еще Wallpaper Engine включен. Ага. И OBS. Все жрет. Но я думаю, где-то 120, наверное, как раз и есть для этой игры. Да, откуда они вообще приперлись, а? Из каких непонятных далей? Откуда ты, чудище, приперлась? Артефактик. Вот, тут тоже так вот спавнятся эти монстры, а кто они, где они, ну типа вот какая-то реалистичность, чё там, с чёрта они там появились здесь. Давай сюда попробуй. Тащишь этот ключ? Да, я что-то не пойму, где вообще, как мне к тебе пройти. Сверху. А, вот, все понял, нашел. Так, чё? Куда запихуёвывать? Эту А, вот штуку. сюда. Запихуёвываю. Давай. Главная цель. А, точно, там security. Bioscan, get in. I need your boots and motorcycle. Все, можно открывать дверь. Уровень второй опасности. Надо ставиться. Так, тебе патроны пока не нужны? Да вроде нормально. Там, да, не то чтобы много, то есть наоборот. Ну давайте чтобы... дам. Лучше я тебе дам сейчас сразу. Ну давай. Спасибо. Так, полегчало. Это можно закрыть дверь, наверное. А знаешь, что это там за такая мутная хрень была? Почему мы это видели? Потому что это, видимо, шейдер, который используется вот за закрытыми дверьми вместо Ну да, кстати, точно. Вместо того, чтобы сделать его на стекло или как-то так прикрепить непосредственно к объекту, они прикрепили ко всей этой области. Или я не знаю, как Скорее это всего, так и делать. есть, да. Ну чё, мы Ты готовы? прав. Сейчас я думаю, куда поставить. Отсюда. Так, и надо еще одну центриган поставить. Ты свою Сюда. поставил? Да я знаю.
Давай сюда поставлю все. А там разберемся. Ага. Ну все, помчали. Чем дольше мы здесь крутимся, тем меньше времени на повторение, если мы провалимся. А вон они, оттуда будут бежать, скорее всего. Ёпарсы-то. Да. Отступаем. Ай, блин. Черт. Ты неудачно. Под лес, под пули. Все? Да, свои же подбили, скорее так. Нормально, бывает. Открываю? Так, у меня уже, да, в центре ган моя, два патрона осталось в ней. Здесь вот туман туманчиков. Вот рядом с ботом. О, патроны. Так, дверь здесь. Угу. Слиперс. О, рефилка. Блин, антидым. Да он тут не нужен. Или тут мощный фонарик. Наверное, тогда лучше антидым. Потом бежать будет проще назад. То есть я эту миссию один раз точно пытался пройти. То есть, по-моему, меня срезали на конце. Не помню, я перепроходил ее или нет. Но она же у тебя помечена как непройденная, значит не проходил.
это мне. Да, я на себе Ой, немножечко. это что тут светится на потолке? Атакует. Какая-то биомасса. Значит. На втором этаже будет какая-то хрень. О! Кромсай, кромсай! Ай, блин, кто стрелять начал? Ну все. И все, нам да. Это мы тут случайно пошумели. Бывает. Что это хрень за под потолком тут светится из Так, мяса? тут одна дверь есть. Вот там что-то. Во. Так, что нам нужно сделать? Find в зоне 15. А, зона 15, блин. Нет, подожди. А, это экстракшн зона, зона 15. А ты дверь нашел, правильно? Ну вот тут есть одна дверь, да, и вторая дверь есть. Да, но нам нужно в зону 20. О, наверное, как Так, раз это таки. зона 17 здесь. Наверное, Второй другая дверь, угол. зона 20. А Второй с этой угол. двери кто-то Ай, статье, стучится. партнер, бывай. Так, вот это зона 20. Да. Понятно. Так, нам нужен ключик. Зеленый что-то там. Это по-любому в ту дверь, где Кого-то насилуют, да? Кейгрин 798. Зона 17 надо. Какая зона 17? Понятно. О, зона 17 как раз здесь. Что-то херачится, Сука, мне это не херачится. нравится. А кому понравится? А, они же сейчас отсюда побегут, точно. Ну да. Если мы сейчас начнем открывать, значит, надо турельки ставить. Да. Блин. Слушай, а может быть, откроем и отступим? А я не помню, как там таймер дается? Или чего? А тут А, вот сюда, вот, по лестнице просто поднимемся, все, и будем уже не в тумане. Может, так и сделаем? Заодно его сюда можно в узкий проход поставить турель дробовичную. да, согласен, хорошая идея, неплоха. Так, это на дверь, как будете готовы, скажете, я открываю и бегу к вам. Ставлю. Хорошая идея. А мне под... А, есть патроны. Ну что, мы готовы? Ну да. Побежали. Ну его нахер. Справились. Нормально.
Тактика. Да. Зона 17B. Так, а где нам было? Надо терминал, короче, найти. Что тут забыл? Я просто зашел и споткнулся сразу об зомбаря. Спасибо. Ты где? А ты с другой А стороны? я справа пошел, да. Че он сказал? Not pay sausage? Что-то там про сосич. Видать, долго не кормили. О, у меня 4 амму пака, отлично. Сейчас я как всем раздам боссов. О, антидым. Я, наверное, возьму этим палким бросалком, даже не пользуюсь особо. Так. Вы там внизу, да? Угу. Так, расплавитель. Расплавитель нам не надо. О, господи. Ой. Как это я сквозь текстуры прошел? Не понял, что произошло. Попал куда-то. Да и вроде и да, вроде и нет. Ты там играть-то можешь или как бы выйти можешь? Да вроде да. Но тут можно упасть, разбиться. Да, все нормально. Опасное место. Да. Палки-бросалки. Так, где я тут был? Ага, я тут был. И в зону 17D не заходил. Потому что там еще второй этаж есть. Да. Спасибо, Хайк. Здравствуйте. Тут дымок есть. Ну, в смысле, антидымок. Надо хакету и бишопу дать еще патронов. Бишоп, иди сюда. Даже спасибо не говорят. Вот уроды. И не говори. Ты тут к ним со всем сердцем. Ну, от сердца отрываю, можно сказать. Да. Так сказать. Все для народа. Для человеков. Ну. Они готы, неблагодарны. Небось еще гадости всякие думают. Любому надо ботов надо бить. А то что они себе позволяют?
что-то я пошел в разнос уже, заколебала эта темнота. Ну, как там этот говорил, сейчас всех тут порешаю. Да-да-да. Из мема. Так, что там у нас такое? Что-то у меня нос вообще заложило. У меня просто зачесался. Блин, ну уровни здесь, конечно, такие вообще непонятные. Такое ощущение, что один придумали генератор уровня, а потом периодически его запускали. Типа, ну нормально, годится. Или по крайней мере Ну, кстати дизайнер уже. говоря, если бы здесь была бы случайная генерация, наверное, было бы поинтереснее даже людям играть, почаще бы возвращались. Это своего рода как этот, как он там, Binding of Isaac был бы своего рода. Ну да, может Кто быть. дальше пройдет? Вот почему они с нами никогда не советуются, а? Мы постоянно в любой игре даем советы, как сделать лучше. Да, не говори. О, там дофигища этих. Ёб твою мать, сколько тут народу! Да. Игле. Ну это было весело. Так, что-то найти надо было. Чё, где оно? Так, а мы еще не дошли вообще до конца. Так, терминал тут есть. Эй, Грин 978. Ключик. Да, есть ключ. Нашел, да, все. Да, забрал. И без ваших компьютеров. Я что, похож на абонента? Так, ну что, нашли? Пошли. И все это, чтобы открыть ту дверь. Сверхверное. Сверхверное. Совершенно верно. Так. Эх, а был бы мой мощный фонарик, было бы веселее. Ой, ёпарсоте. Все время путаю, что здесь средней кнопкой карту двигать. Стороны нашли все, а, да, ну и пошли, короче. Да. На обратном пути надо будет, не знаю, выучить эту карту, потому что там нужно будет, я сейчас смотрю, вот отсюда вот вернуться сюда. Вот, а тут вот, собственно, туман и прочие херни. Но мы мощно закинемся антидымом. Ой, блин, откуда вы появились? Мы всех убили. Да блин, Хикс. Так, а нам теперь куда? По туману? А, вниз, вниз, вниз. Да, по туману.
правильно идешь. We apparently need a green key card here. Don't shit it, but we got a few. Ну вроде не должно быть ничего страшного. Ну да. Кто-то желе уронил. Угу. И наверху какая-то хрень непонятно. Да-да-да, вот она там тоже была. Блин, а? Опа, РСТ. Так, откуда побегут? Сзади. А еще сзади побежали. Блин, зря я стрельнул. Это я как-то неудачно. Ну, вроде нормально. Поэтому тебе 60%. Да, чё я начал стрелять. Видимо, уже заканчивать хочется. Побыстрее, знаешь. Бы оружием дали глушак, оно бы тоже бы двигалось чуть побыстрее. Да, согласен. Терминалус. Анус? Анус терминалус. Это что за заклинание? Так, а мы в какой зоне-то? Не в 20-й же еще, да? Мы в зоне. Непонятно. Непонятно. В зоне отчуждения. Дефактик. Да, мы не в 20-й зоне, потому что вот следующая зона, класс 3, аларм. Зашибись. То, что нужно. Чтобы хорошо закончить. Смотри, зона 302, security 418. Это как бы на каждой карте есть три задания, получается. Ну, по крайней мере, здесь последний. Что есть. Это, наверное, нам сюда не надо. Хотя, как я знаю. Короче, есть основное задание на прохождение, есть вторичка, и есть третичка, которая, ну то есть вторичка, которая слегка усложняет задание, и третичка, которая просто нон-стоп, но включает сигналку. Ну это под самый конец, я так понимаю. Так, а где мы тут находимся? Там у нас второй край. Тут кто-то дефрагментацию делал. Defragmentation process output. Так. No persons should be allowed access to an evacuation. Короче, отстреливаться надо будет сейчас. Да вот я немножко, да, переживаю по этому поводу. Че, патронов мало? Ну, три магазина на все вместе. Лист. 9 патронов в турели. А, не, мы не откроем зону 302, потому что тут получается либо зона security, либо зона вот эта вот. Окей. Ну ее не откроешь, там действует режим изоляции, это надо будет. Нет, там. Это да, что-то там включать. Нет, ну смотри, там. Оверлоуд вот этого задания, если посмотреть. Это двери в зону 302. Найдите ключ Bulkhead. 250-465, там, короче, так.
Короче, нет пока. Надо Слушай, а здесь же... перепроходить миссию. А, здесь же можно это сделать лист, да, и узнать, что тут есть. Да-да-да. Лист и по части слова найти. А ты хочешь найти патроны? Ну да, посмотреть. Ammo pack. Есть. Уэри Аммо пак. Нижний пробел 452. Аммо. И все, и он найдет. А тут всего. Так, он находится зона 18. Аммо пак 223. Пингани. Тоже зона 18. Яму пак 122. Зона 20. А вот как раз за двери. 18-я зона у нас где? Мы не в 18-й? Не. 18-я зона у нас сейчас. Гляну, может быть это... Не, это 17-я зона. Ну, походу, вот эта вот зона была. Которая закрыта и которая тоже вызовет наплыв этих бяг. А, понятно. Ну да, значит... Без патронов, окей. Хотя подожди, что он... А, это Security 302, неинтересно. Так. Что, двери, да? Будут они бежать из той двери. То есть главное вот этой. Где тут выход? Наверное, сейчас начнутся, наверное, танцы с... со звездами. А, да-да-да. Ну как же без этого? Любимая часть. Как обычно. Еще и в дыму наверняка сейчас будут у нас. Да. Согласен. Я знаю, что сделаю. Сентри here. I'll do it. Ставлю-ка я здесь. Pick up your deployables. I do it. Pick up your deployables. Давай, собирай. Да, деплой. И все, и нормально. Перекрыл единственный выход. То есть... Единственный вход, так что теоретически они не будут нам мешать. Вот. Ну давай попробуем, что ли. Да, давай что ли попробуем. Поставим. Я пока одну турель не буду ставить, потому что у меня не всего 8 патронов. А-а-а. Я ставлю ее это самое. В тумане поставлю, если что. Вдруг там много целей будет. Окей. Помню, а да, я, кстати, помню, что в той игре, которую я проиграл, там я буквально уже ножами отбивался, потому что тоже действительно было мало патронов. О, бегут неуклюже. Лично, походу, все, да? А, нет, не все, да ёпарасоте. Блин, а? Так, бегу.
Так. А вот еще одна. СП. Отлично. Все, открыли. Давай просто отходим. Икс, не крутись перед. Там же пушки напротив. Ага. Ну, вроде даже справились. Где-то пищит голодная турель. Хорошо. Просто прекрасно, не говори. Так, и даже SMG готова. Подозрительно даже легко получилось для третьего. Ой-ой. Вот. Ляха-муха, вот прям как сглазил. Не говори, гоп. По аптечечкам. А, у меня мапак есть, блин, ёкарный бабай. Тебе надо? Да пока еще нет. Хаки, хаки, спасибо. 20. Хотя у тебя ХВ СМГ, ну такой себе. Да, 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 у меня там два магазина еще есть. Давай я тебе. Твои два магазина это 14%. Так. Нет, это в этом ХВ СМГ у меня, или как он там? А. Нет, да, 14%. Короче, я про пулемет имел в виду, что у меня там 44%. А я себе не знаю. Ёкарный бабай. Ты, наверное, задвинулся немножко. Стой, на месте. Все. О, аптечка. Аптечечка. И тут, кстати, была аптечечка. Так, где-то тут вот. А, бот уже забрали. Так, что у тебя? 33. Опять нормально. Так. Спасибо, кстати, за патроны. Сколько? Да сразу надо пользоваться еще. Так, 53, 50, 50. Значит, нам вот так надо будет, да? Бежать. Где? Так, у меня последний заряд есть. Так. Вот дверь, значит, мы выбегаем прямо сюда. И вот, да, прямо сюда бежим. Так, бежим, 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 бежим. Тут проблема в том, что эти твари понятно. Тут восстанавливаются. Может их прямо сейчас немножечко покоцать. Так. Вот здесь вот самое непонятное место, потому что можно. Понятно. Примерно понял, как бежать. Но, скорее всего, я запутаюсь, когда буду бежать. Да, я уже потерялся. Случилось? Не знаю. Ай, блин, они согрелись. Черт.
все, усталость. А, ну понятно, да, да, тут все просто. В принципе, да. Выбегаем сюда. Вниз никуда не прыгаем. Просто мимо здесь вот. Направо, еще... налево. И по лестнице. И занимаем оборону. Ну все, тогда да. Пойдем почекаем, что там на терминале. Так, терминал, терминал, улыбнитесь. Так. Локс. Вазаэл. СД. CSE. Control Technologies. А, так, так. Интервью. Короче, тут рассказывают это. Ты это слышишь? Ну, что-то такое. Нет, не слышу. Понятно. Ну, я сейчас к тебе, может, подойти надо. Ну, ты можешь зайти в этот локс и почитать, что там написано. По локс и потом read тот файл, который он предлагает. О! У тебя патронов не было для турелька, правильно? Угу. Мало там, да, 7 осталось. Так. Ну, если только вам не нужна более, чем мне. Так, 31. 0. Хакет. Мистер Хакет. Интервью с заключенными, голос. Мы должны оценить каждого заключенного. Я не заключенный. Как вы оказались в Валенсии? Короче, предыстория мистера Бишопа. Типа его похитили. Понятно. И... ну, он там выступал против этой корпорации Сантониан. Там его похитили и, собственно... сделали вот этим вот одним из наемников. Понял. Вот. Там еще 4 файла, собственно. Каждый файл каждому заключенному посвящен. Вот. Ну что, тогда нам нужно... Бишоп, значит, ты уже тут 3 месяца, бедолага. Ага. Слушай, пингани этот Хайсек Карго 979. Сейчас, да. А, он сверху уже был, ё-моё. О, патроны. Патроны есть. У тебя что с патронами? Этот грёбаный тир... А, вот он. Нет, не он. Хакет. Где я только что терминал? Потерял. А, вот он. Нашел, да. Так, чё нам нужен Хайсек Карго 979? Внизу. Еще раз.
Во, нашел. Ты все закончил с этим терминалом? Да. Давай я тогда тебе патрончиков кину. Патрончики у тебя, да, чуть-чуть надо бы. Ага, все отлично, спасибо. Теперь кому-то из этих пакетов. Так, ну что? О, вот теперь надо валить. Валим, 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 валим. Отсюда. Прикрывайте меня, пожалуйста. That is the sound of death coming for us. Yeah, shit's about to get deep. Пипец, я уже запутался, ёб твою мать. Нет, 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 сюда надо было. Куда? Сюда, 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 сюда. В мою сторону иди. В мою сторону, сюда. Да, прикрывайте тут вот. Может поставить пушку. Вот, вот, вот. Ага, хорошо. Еще один. Так. Сбросить пока. Так, все, идем, 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 идем. Идем, идем, идем. Отлично идем, хорошо идем. Закрываем двери за собой, после ботов, конечно же. Давай, да. Эй. Тут уже дверь открыта, закрыта. Так, хорошо. Ставим. Тумане на обратном пути. Да, отлично. Как-то так спокойно проходит. Да? Угу. Оверлоу не сделали, потому что, ну, потому что, потому. Как-то так. Пройдите второстепенный. Второстепенную миссию. Дополнительная экипировка. Штаны дали. А я что-то не понял, что мне дали-то. Раскраску дали мне. Барк Half-Life. Блин, она такая же зеленая, как и все. Да, я вот шел-то нашел и все такое радостно хожу теперь. Хоть какая-то. Ну, хоть какое-то разнообразие. Ну что, дальше? Че? У тебя появился этот самый интерес. Можем попробовать 5-3 или что другое.